Заехал на ярмарку, на рынок у Global City. Ну что, мощный центр сделали. Мощный центр. Много павильончиков. А сама ярмарка вот здесь вот проходит. Там, я как понял, мясная продукция из районов. Туда дальше. Ну, надеюсь, что здесь все нормально. Мяса хватает. Конина, говядина, баранина. Цены ниже, чем в магазине. По крайней мере, так говорят. Каркаролинский район продает. Там он дальше. О, там еще вон сколько. Палаток. Только мясо или еще что-нибудь есть, посмотрим. Сыры вижу. Ну, странно, прошелся я по ярмарке, зашел вовнутрь Global City, фермерский центр. Вроде все есть, а все равно чего-то не хватает. Хотел мед посмотреть, а меда нет чему-то. Посмотрим на картошку. Свежий урожай. Такие цены. Ага, вот нашел мед алтайский. Ага. Чуть-чуть есть. Ну ладно, запомним. Поинтересуемся потом. Здесь я еще не был. Цены ярмарочные. Ярмарочные. Это значит, надо понимать ниже. Там еще пустые места, да? Ниже магазинных, так, да? Пешком не находишься. Мир рыбака, парфюмерия. Анаум и нау. Так. Ну вот здесь надо будет попытаться выехать. Мне в сторону города.
сторону города. Получается, выезжаем на старый аэропорт. На старый аэропорт выезжаем. Здесь авторынок. Но на рынок автомобильный не поедем. Так, наверное. Прямую поеду здесь. Может быть, быстрее будет, чем буду Ценами на мясо не интересовался, но знаю, что покупали. Свинина от 1200, это, в принципе, немного. Говядина 1500. По магазинах подороже. По крайней мере, выбор есть. Хочешь — бери жанаркинское, хочешь — бери каркаролинское, хочешь — бери шведское мясо и разные продукты. Ресторан Алатау. Здесь все застраивается, район ХМК. ХМК. Направо уходит дорога на Маякудук. Так называемая объездная, хотя она уже не объездная, соединяет юго-восток и Маякудук фактически. Это называется, ух ты, Астана Моторс. Что там продают? Тут машины. Это 7-я магистраль называется. Так, по краю нового города. Выходит в сторону старого города. Там ремонтируют ее. Кто ж так медленно едет? Ах, паразиты, а! Ехал, а он... Спасибо. Поморгаем ему. Ехал, поворот не показывал. Хотя, может, я не видел, но проверю на регистраторе. И налево собрался поворачивать. Отдать должное, в Караганде в большинстве случаев со второстепенной выпускают дороги. Здесь вот тоже не режут, по крайней мере. Ну, соответственно, если все так делать будут, то и, слава богу, с уважением относиться надо.
к нуждам простых водителей.